Так, добрый день всем, меня зовут Елена Корзино, проект «Территория роста». В этом видео я сегодня вам расскажу какие-то свои отзывы о каталоге номер 2, который сейчас действует от компании Oriflame. То есть я буду рассказывать именно свои личные отзывы о продукте, поэтому здесь уже строго не судите. Если какие-то вам продукты, например, а другие эмоции вызывают, чем у меня, то это ваши личные отношения, то есть вы здесь, конечно же, не может таких продуктов быть, которые нравятся абсолютно всем или не нравятся абсолютно всем. Мы все разные, нам всем нравятся разные продукты, которые мы выбираем, там еда, люди, вкусы у нас разные в одежде, точно так же у нас могут быть вкусы разные в продуктах, которые мы выбираем от компании Oriflame. Итак, что вам хочется, во-первых, поделиться, какими эмоциями, какими впечатлениями именно от просмотра этого каталога? В первую очередь, для кого он? Ну, само уже видите, картиночка, которую мы видим, это девушка, парень, и они олицетворяют такую романтику, единство вместе с собой. Поэтому не случайно каталог действует до 18 февраля, он захватывает, включая День влюбленных, поэтому здесь в этом каталоге вы можете подобрать подарки не только для себя, для своих близких, но и включая подарки, которые будут касаться и затрагивать праздники 14 февраля и 23 февраля. Поэтому можно подумать уже заранее о тех каких-то маленьких сюрпризах, которые вы сможете своим близким подготовить. Итак, как мы сделаем нашу сегодняшнюю встречу? Поэтому, если у вас есть возможность, берите вместе с собой, чтобы у вас был рядышком каталог, берите какой-то маркер, какую-то ручку, где вы сможете уже сразу на каталоге делать пометочки. Я вместе с вами буду листать сейчас и, соответственно, буду называть страничку и какой-то мой личный отзыв о этих продуктах. Конечно же, вы сейчас, ну вот сейчас тоже буду наклонять, чтобы вам было одновременно комфортно вместе со мной видеть те странички, на которые буду смотреть, листать. Ну, первая страничка, которую мы открываем, это так называемый вот такой вот кремик вместе с мыльцем. Я бы сказала, что здесь ароматизированная страничка, уже сразу можно говорить о том, что это за продукт. Если кто-то смотрит в интернете, то крем очень такой сладкий по аромату. И что могу сказать? Во-первых, это отличный будет подарок для 14 февраля. Не зря такой вот как сладкая парочка можно назвать, поэтому это индивидуально для вас. По поводу новиночек, которые сейчас компания дает, у меня в оригинале нет, себе отдельно не покупала. Здесь туалетная водичка мужская и женская, они отдельно идут в паре, то есть здесь компания специально их разрабатывала, чтобы они друг друга дополняли. Когда здесь тоже идет ароматизированная страничка, от себя добавлю, что они, я бы сказала, очень элегантные, очень такие строгие, одновременно, но и романтичные. То есть это действительно классический аромат романтизма и два аромата, которые олицетворяют собой Париж. Тоже не забывайте в начале каталога, если вы делаете, вот здесь вот акция есть, заказик, то, конечно же, можете отдельно ароматы приобретать по более выгодной цене, чем это просто в отдельности, как вы покупаете. Итак, идем дальше. Страничка номер, сейчас вам скажу, номер 6. Вот здесь вот вы видите такие отдельные смягчающие средства. Они идут с разными ароматами. Это такая вот классика от компании Oriflame. Смягчающие средства на основе пчелиного воска. Здесь есть с ароматом смородины, мёта и маслом корицы можете найти. Вот такая маленькая баночка, которую вы видите. Внутри здесь воск, то есть есть, содержится. Как вы можете использовать? Ну вот здесь эта баночка у меня новая, у меня просто их очень большое количество в доме, и они не с вкусами, просто без, ну такой, который классический аромат. Как мы в доме его используем? Ну, в первую очередь, абсолютно для всего, где нужно смягчить участочки. Если у нас губы суши, то пожалуйста, на губы, если кутикулу, на кутикулу, если где-то локоточки, пяточки, у меня крестная использует тоже как вместо крема для ног, это спасает средство, которое помогает смягчить кожу ступни, вот ног, получается очень такой легкий уход и плюс действенный. Чем мне нравится? Ну, в первую очередь, смягчающее средство, это на основе пчелиного воска, то есть оно само по себе твердое, и только после того, как
Получается, вы его используете, наносите на теле, то соприкасаясь с телом, оно становится абсолютно такое вот мягенькое-мягенькое, то есть такое вот как легкая текстура у него. Идем дальше. Дальше страничка номер 9. Тушь 5 в 1. Чем мне нравится? Вот здесь она у меня в другой упаковке, в зеленой, но в любом случае одно и то же, то есть я вам могу рассказать. Во-первых, тушь, которую не хочу изменять никогда, и не хочется мне изменять, сколько пробовала туши, лучше не могу для себя найти. Но это индивидуально, кому как нравится, именно по текстуре и по кисточке. Чем именно я люблю эту тушь и почему я делаю предпочтение, когда рекомендую эту тушь своим знакомым, своим клиентам? Ну, в первую очередь, очень такая мне нравится гибкая щетинка кисточки. Если посмотреть ближе, ну вот в ближнем рассмотрении, то вот вы здесь можете видеть такое совсем легкое, маленькое ворсинки с одной стороны и с другой стороны такие более длинные. Так вот, у кого маленькие реснички, очень легко прокрашивать именно маленькими щетинками. И она хорошо создает объем, если вы, ну, правильно краситесь. Но одновременно вы прокрашиваете маленькими, просто приподнимаете реснички от корней. Но если вам нужно создать объем, то тогда прокручиваем. Что мне еще нравится в этой туши? Ну, в первую очередь, она нет ворсинок, она кремообразная такая тушь, то есть не будет такого, как, знаете, мохнатые реснички. И плюс в этой туши есть, содержится масла, корнуольский воск, и он дополнительно ухаживает за ресничками. Тушь не заявлена как водостойкая, но она влагоустойчивая, то есть если попадает снег, если очень сильно снег идет, то в первую очередь получается, что нету такого, что тушь остается под ресничками на глазах, если вдруг снежинка попала к нам случайно, то есть на глаза. То есть это тоже следует нам учитывать, вот такой вот маленькие нюансики. Тушь рекомендую абсолютно всем, то есть такая вот очень-очень универсальная абсолютно для всех. Идем дальше, страничка номер 10. Ну вот здесь представлены, как говорится, такие карандашики для тех, кто любит стрелки. Поэтому что могу сказать по поводу этих карандашей? Все абсолютно, всеми я пользовалась, и пока сейчас на данный момент остановилась только на одном, и у меня еще зелененький вот есть, который карандаш с эффектом металлик. Раньше пользовалась вот контурной, ну вот, которая стойкий карандаш подводки. Мне нравится она тем, что она вот именно на период лета, когда, знаете, вот такой вот влажный воздух, и когда вот кажется сейчас все, ну вот все плывет, то вот эта стойкая подводка, которая в течение всего дня, она абсолютно с ней ничего не случается, как нанесешь, так она и держится. Но мне не совсем нравилось в этой подводке, что она, ну, достаточно быстро она заканчивалась, и больше всего, конечно же, вот это меня расстраивало, что почему-то она у меня достаточно быстро засыхала. Если говорить о карандаше для глаз, он стойкий, и он такой, как это сказать, яркий по текстуре, поскольку металлик. Нравится очень, когда пробовала, это зеленый оттеночек, поэтому здесь вы выбираете. Сейчас пользуюсь вот этой подводкой, которую представлена, карандаш-подводка. Какие плюсы, какие минусы в ней увидела? Ну, в первую очередь, конечно же, не надо заточивать. То есть она выкручивается, абсолютно выкрутите нижний контур, и она автоматически, то есть выкручивается карандаш, который выезжает. Что мне в этом карандашике нравится? Ну, в первую очередь, цвет. Он такой яркий, вот как можно сказать, виниловый оттеночек. И красиво абсолютно на тени ложится, либо под тени можете наносить. Но какой минус в этом карандаше увидела? Ну, в первую очередь, в этой так называемой такой точилочке. Не знаю, у меня ничего не точила эта точилка, поэтому отдельно просто берете, если у вас получится точилка, точите, либо просто, ну вот, рисовываете, у вас острый кончик. Я же острый кончик не использую, ты просто автоматически как сам рисуешь, так и подводишь глаза. Но оттенок просто сумасшедший. Мягкая текстура, то есть если вы хотите твердый карандаш, здесь не твердый, мягкая текстура, мягкий карандаш. То есть как вы будете использоваться. И стойкая, стойкое нанесение, 12 часов стойкости, как здесь и гарантировали. Итак, листаем дальше. Что хочется сказать? Страничка 17.
хочу рассказать про средства для коррекции. Сейчас очень актуально, очень модно, много видеоуроков вы можете найти во всех, ну вот, каналах, видеоизображений, то есть вы можете видеть сейчас, кто-то скульптурирует, то есть отдельно наносит скулы. Но здесь могу просто про отдельные продукты вам сказать, как ими пользоваться и для чего их использовать. Вот такой рекомендую просто корректор. Я использую здесь 306-15 оттеночек. Это светлый беж, то есть у меня светлая кожа, то есть я самый светлый выбирала. Дальше вы выбираете по оттеночку, как вам необходимо. Как вы его используете и для чего? Во-первых, если вы хотите скрыть темные круги, то вы наносите отдельно, ну вот сюда, на эту область. Если вы хотите, чтобы у вас любые тени, вот у меня часто говорят, что вот у меня есть такая проблема, тени осыпаются. Так вот, вопрос не в тенях, а вопрос, какая у вас кожа и какую вы основу делаете. Так вот, для того, чтобы тени долго держались, вы просто наносите этот корректор на верхнее веко, но тоненьким слоем, конечно же, подождать, чтобы он засохло. Чем отличается корректор от тональной основы? Тем, что он быстро засыхает, поэтому в первую очередь необходимо, чтобы корректор, он засох. И буквально 1,5-2 минуточки после того, как вы его наносите, и подождали, пока засохнет, и вы наносите тени, тени будут держаться в течение дня. Как вы еще можете использовать корректор? Вот иногда вот здесь вот есть такие вот, как знаете, капиллярчики. То есть вы, пожалуйста, можете наносить на капиллярчики. И корректор еще имеет свойство, он держит макияж. Если вы хотите, чтобы у вас макияж долго держался, особенно губ, то вы наносите на внешние вот здесь вот контуры, то есть для себя наносите. И сверху, пожалуйста, карандашом помады, то есть у вас будет помада долго держаться. Еще как такой вот штрих для вас или как... Как говорится, такой секретик, и для того, чтобы губы были визуально большие, то есть серединку, пожалуйста, вы можете нанести корректор, соответственно, распределяйте, растушевывайте вместе с помадой. Вот, рекомендую всем, вот здесь вот на страничке номер 16, вот эта кисточка, которая для тональной основы. Почему рекомендую абсолютно всем? Потому что очень быстро будет, как использоваться тональный корректор, если без кисточки. Можете использовать спонжик, но спонжиком быстрее тоже будет использоваться. Если вы хотите такой макияж, который будет незаметен окружающим, то тогда это только с кисточкой, потому что соприкосновение кисти с кожей будет очень легкий и тонкий слой. И получается то, что вы будете наносить тональную основу, либо корректор, во-первых, это будет тоненьким слоем, который будет незаметен окружающим. И лишнего вы не нанесете, когда будете использовать кисть. Кисть надолго вам хватит, ее нужно обязательно мыть, то есть периодически раз в неделю, два раза в неделю, то есть обычно как, ну, шампунем, то есть вы выбираете. И, конечно же, мне нравится очень, очень то, что вы будете, во-первых, два раза, ну, здесь использовать дольше свои продукты, которые обычно пользовались. Если говорить о тональной основе, которая стойка, то она плотная по текстуре, это индивидуально, кому как нравится. Ну, то есть она достаточно плотная по текстуре. На 20 странице моя любимка — это шампуни, которые с аргановым маслом, ну, я не знаю, можно петь дифирамбы. Сейчас у меня эта серия как раз закончилась, вот в этом каталоге, который буду заказывать. Ну, вот мои впечатления, которые, во-первых, волосы очень легко расчесываются, сразу они становятся такими шелковистыми, как будто после, вот просто когда шампунем пользуются, как будто после нанесения маски. Там содержится достаточно дорогое аргановое масло, репини, который одновременно помогает, как говорится, успокоить кожу головы, чтобы не было перхоти и так далее. Плюс витамины, которые витаминный комплекс Е и Ф, и плюс еще розовое масло. То есть вот такой комплекс, который для вас масел, вот комплекс, который содержится в этом, в этой серии. Если вы посмотрите на цену, то достаточно дорогая, но она того стоит. Стоит один раз попробовать, что вы просто влюбитесь в эту серию. Так, ну что, идем дальше. Здесь еще чуть-чуть пролистываем. Аксессуар я не буду затрагивать. Единственное, если это индивидуально, абсолютно индивидуально, если говорить по поводу вот использования. И еще, конечно же, если вопросы, так подлиннее пишем, потому что у меня здесь экран заступает все. Вот, еще что хочется сказать. Вот мы, серия 3, страничка 33. Здесь уже начинается серия по уходу за
телом. Хочется о ней тоже сказать. Итак, серия, про которую мне хочется дальше тоже рассказать, это серия «Шведский спа». Ну, это вообще называется, если вы хотите дома устроить релакс, то вот эта серия для вас. Иногда спрашивают, как использовать вот это масло. Оно, масло идет 3 в одном. Его можно использовать просто как маску для волос. Вы наносите на кончики перед тем, как мыть голову, и после этого смываете шампунь, то есть вот таким образом использовать. Если говорить о том, как масло еще использовать, ну, конечно же, для массажа, пожалуйста, используйте просто вместо крема для тела. Но моя фишка, как я использую, это, я не знаю, просто релакс. Кому нравится просто аромат этой серии, вы наносите вот несколько, не знаю, капелек, там, не знаю, сколько захотите, набираете в ванну, несколько капелек добавляете в ванну. У вас, во-первых, будет аромат просто сумасшедший, такой релаксирующий, когда вы будете принимать ванну. Ну и плюс это масло, которое находится в воде, оно, получается, будет впитываться в вашу кожу, кожу уже дополнительно будет увлажнять, и плюс к этому вот такой вот спа для вашего тела будет. Если говорить об этом скрабе, какие плюсы, какие минусы в нем увидела? Ну, в первую очередь, это состав. Немножко для того, чтобы было вам легче увидеть. Ну, вот он такой, видите, как с абразивчиком, вот вы здесь увидите. Здесь содержится мелкая такая вот скорлупа с плюс сахар. Но он, я бы сказала, такой вот сахарный, как вот по текстуре тягучий медовый вот скраб. Он содержит имбирь, и его, наверное, минус в том, что он быстро очень заканчивается. Если говорить о серии, которая в составе вот еще плюс один дополнительный продукт, то в этой серии еще плюс идет антицеллюлитный гель. Так вот, этот скраб, он помогает вот немножечко растормошить вашу кожу. Когда вы наносите на кожу, вы массажируете вот эти проблемные участочки, одновременно идет усиление кровотока, и получается, что этот скраб плюс к этому такой антицеллюлитный массажик делает для вашего тела. Вот, ну и очень сильно отшелушивающий, поскольку достаточно такой сильный абразивчик в нем есть. Но минус, я заметила то, что он очень быстро у вас закончится, потому что буквально одно применение, и не знаю, мне кажется, 1/4 или 1/5 уже баночки нету. И плюс используйте, конечно же, такое вот масло для себя, для ванночек. Вот, идем дальше. Страничка 36, серия по уходу за нашим телом. Я очень люблю и очень рекомендую вот этот вот очищающий гель с дезодорирующим эффектом. Что могу сказать? Сейчас в каталоге в действующем идут много гелей для интимной гигиены, которые простые, с алоэ и так далее. Но больше всего обожаю вот этот гель. Почему? Потому что он идет профессиональный, он по цене намного отличается от того, но, как говорится, это тот продукт, который вы знаете, за что платите. В нем специальный pH, который очень деликатно подобран и ухаживает за нашими интимными зонами. Плюс содержится молочная кислота, и он, ну вот, как говорится, нейтральный, абсолютно нейтральный для вас, но с действенным эффектом. И вот он не зря идет с таким вот плюсиком, как и Special Care, специальная забота, то есть он очень деликатно, бережно ухаживает за вот нашими зонами, которым необходим дополнительный уход. Мне нравится, во-первых, то, что, несмотря на эту цену, у него 300 мл, он содержит очень большой объем, его на то столько хватает долго, что, я не знаю, мне кажется, он не заканчивается в течение полугода. Мне нравится, что вы здесь вот закрываете, открываете, то есть, если детки, то, например, вы можете индивидуально закрыть, чтобы не было такого вот случайно кто-то достал, открыл, то есть тоже закрывается. И тоже в дороге удобно, то есть для себя брать. Вот, что хочется сказать по этим продуктам. Ну, то, что наша семья пользуется вот этими пастами, которые на 59, на 39 страничке, это уже не обсуждается, почему именно эти пасты нравятся, в отличие от тех, которых можно купить в магазине. Ну, во-первых, если брать магазины, то оно, в первую очередь, конечно же, цена отличается, они дешевле. Но посмотрите, сколько фтора в них содержится.
То есть для зубов в первую очередь необходим футур для здоровья, чтобы они ухаживали, и компоненты. То есть здесь настолько хорошее содержание вот именно ухаживающих компонентов, которые абсолютно для всего, и содержание фтора, который необходим для зубов. То есть вот это вот огромный плюс для этих зубных паст. То есть в отличие, конечно, ну, то есть они не уступают вот по цене, которую мы можем просто так купить, иногда даже по акциям в магазине дешевле, но по качеству они намного выше, лучше, и плюс вот эти вот, которые галочки вы видите, сколько они проблем решают, то есть для себя используют. Зубные щетки тоже используем, нравится, то есть, ну, конечно же, с периодичностью их необходимо менять, тоже не забывайте. Так, страница 43. Люблю очень наши спреи для тела. Если говорить о страничке 42, которая шариковая, но это относительно, это на любителя. Кому нравится шариковый, значит, выбирайте шариковый. Мне очень нравится, когда, чтобы они индивидуально, то есть спреем были, но здесь тоже учитывайте такие нюансы. Эти спреи здесь содержат, ну, вот немножко таких абсорбирующих компонентов, то есть талька, то есть будет белый цвет. Исключение составляет, ну, здесь его нету, который с беленьким каблучком. Вот эти все абсолютно, они будут немножечко оставлять след на вашей одежде, поэтому учитывайте вот этот такой момент, нюансик. Нравится вот этот, используют 48 часов, как здесь, но здесь учитывайте тоже, насколько вы будете физической активностью заниматься и так далее. Учитывайте, что продукты в этом каталоге, которые вы покупаете, участвуют в благотворительности, поэтому тоже учитывайте, когда вы будете добавлять себе в заказики. Вот, 44-я страница, не могу не рассказать. Иногда спрашивают, ну вот видите, вот эти кремики для ручек концентрированные. У меня его сейчас с собой нету, но я им пользовалась, мне он нравился. Вы знаете, иногда задают вопросы, подберите мне, пожалуйста, крем, который был такой плотный, такой тягучий, и вот, как говорится, для тех, у кого холодовая аллергия, для тех, кто работает вот за документами, кому нужен настолько плотный крем, который будет вот как тягучая масса. Так вот, именно концентрированный крем для рук, он будет такой. И вот у кого сильно вот сушат руки, у кого холодовая аллергия, вот этот крем, который будет спасением. Это страничка 3, то есть, конечно, он по цене идет в отличие от других, но он так и называется, концентрирован, то есть, пожалуйста, можете использовать. Так, и идем дальше. О каких продуктах мне хочется сказать? Страничка 50. Ну, вот здесь вот представлен сухой шампунь, конечно, не такая скидка, как обычно, вот, ну, всегда нам нравится покупать сухие шампунь. Вот так он выглядит, сухой шампунь. Это просто вот как по другому наименованию лак. Но сейчас попробую в сторону нажать вам. Ну, то есть вот просто как лак вы нажимаете, используете. Как мне нравится его использовать? Ну, в первую очередь, когда вы им пользуетесь, нужно учитывать, что вечером обязательно нужно будет помыть голову. То есть это только вот такой эффект сиюминутный. Когда мне его очень удобно использовать? Если у меня нет времени помыть голову, но мне необходимо вот побыстрее выйти на улицу или быть во всеоружии. Это когда была совсем маленькая у меня дочка, мне необходимо было выйти на улицу, то есть гулять вместе с ней. То есть это очень такой удобный вариант. И здесь содержится тальк, то есть быстренько после того, как вы его нанесли, но это на расстоянии, расчесываете волос, немножко, ну, как пушите, и таким образом у вас получается отличное состояние волос. Если вы где-то едете в дороге, то есть, например, в поезде, или вы, например, утром у вас ранняя дорога и предстоит потом встреча, то есть это то спасение, которое будет вот всегда, всегда вам вот палочка-выручалочка, я скажу. Поэтому просто используйте для себя обычный шампунь, но в дополнение у вас всегда должен вот такой быть сухой шампунь. По деньгам не смотрите, насколько его хватает, не знаю, надолго, зависит от того, сколько у вас экстренных ситуаций появляется у вас. Поэтому здесь индивидуально вы смотрите для себя, как вы лучше будете подбирать, то есть свои. Так, ну что, идем дальше. Страничка 63. Здесь немножечко пару слов хочется сказать вот этой основе под макияж. Иногда думают, а стоит или не стоит ее заказывать. Ну вот скажу, что стоит. Тоже продукт, который будет надолго вам хватать. Плюс к этому у нее сейчас скидочка идет почти 6 условных единиц, ну, 6
60 тысяч на нее. Чем мне нравится? Но в первую очередь, она идет как крем, ну вот белого такого свойства. Вы ее наносите, распределяете, ну вот таким образом на коже. И причем на коже вы распределяете участочками. Я вот рекомендую, ну знаете, как сейчас очень много видео такого скульптурируют лицо, то есть отдельно выделяют скулы, то есть для того, чтобы оно более выразительное было. Здесь как вы можете использовать вот эту вот основу под макияж? Вот как у вас ладошечка ложится, вот на эту область вы наносите основу, то есть вот участочки сюда, то есть ну вот которые обычно вот подсвечивают, сюда и сюда, для того, чтобы вот выделить ваше лицо, и чтобы было более скульптурное. После этого наносите основу, вот как крем для лица. После основы наносим обычную нашу тональную основу, но поскольку это вот этот продукт содержит маленькие такие светоотражающие частички. Вот эти вот области, которые вы наносили, они отдельно будут вот как подсвечены, то есть выделяться уже сразу. Это один вариант использования вот этой основы для базы под макияж. И второй способ, как вы можете, если у вас предстоит какие-то торжество, и вы понимаете, что вам нужно долго выглядеть красиво, вот вы эту основу наносите полностью на все участочки лица, для того, чтобы сохранить макияж намного дольше. И еще профессиональный спонжик для макияжа, который очень хорошо вот коррекцию лица делает, вот он выглядит таким образом, то есть можете обратить внимание, то есть профессионально для использования, но это именно профессионально, если для себя выбирать. Так, ну что, идем дальше, буду для вас немножечко рассказывать. Вот здесь вот страничка 71, это помадки, которые вы можете увидеть, вот которые Color Box. Что могу сказать? Ну, в первую очередь, экономная упаковка, за счет этого экономная цена. Абсолютно не страдает качество этой помады. Очень легкое, мягкое нанесение, но несколько оттеночков я вам покажу. У меня два. 329,88, это розовый пион. Вот он так выглядит в оригинале, если его заказывать. Вот видите, яркий оттеночек. И второй оттеночек, который я для вас тоже покажу, это 329,86, это мягкий ягодный, то есть вы можете увидеть такие вот более такой темной текстуры оттеночек. По нанесению, если говорить о нанесении, то вот помады мягкие, настолько мягкие по текстуре, вот как кремообразные, и мне нравится тем, что здесь есть и нюдовские оттенки, которые вот сколько бы ни наносила, они все равно будут такие полупрозрачные. Вот, к примеру, как жемчужно-розовый, розовое сияние, вот они будут полупрозрачные. Но есть, которые оттеночки яркие, насыщенные, и которые будут смотреться очень красиво. Сразу добавлю, для того, чтобы оттенки смотрелись красиво, обязательно используйте карандашик. Карандашики, мне нравится, что они такие вот классических цветов. Если говорить о красном, ну, натуральный красный, то он действительно натуральный красный. Если говорить вот здесь, вот как нарисовано, то не совсем понятно. Но вот больше ориентируйтесь на картинку, где вот с помадой по оттеночкам. Вот они больше схожи по своей текстуре. И если говорить о длине карандашика, то вот вы видите, вот здесь вот помадка, то карандашик небольшой, вот буквально, ну, маленький абсолютно. Но он того стоит, то есть он по качеству хороший, и используйте для себя. Так, вот это 73-я страничка, дальше идем. Что хочется сказать, вот мне нравится очень такой компактный вариант, такая вот кисточка для румян. Если говорить о кисточке, то ну, недорогая и очень вот легко, особенно вот когда скульптурирование делаешь, вот так очень легко ей пользоваться. Либо уже можете уже действительно дальше профессиональную кисточку, то есть это удобный такой походный вариант кисти для румян. Так, и также дальше давайте буду рассказывать вам, если говорить о сериях не только, ну, вот декоративной косметики, но и аксессуарах. Страничка 80. Вот я пользуюсь таким вот маникюрным набором. Это серия Giordani. Вот здесь вот вы видите, в каталоге он представлен, маникюрный наборчик, тоже со скидочкой. Что мне нравится в этом наборчике? Ну, в первую очередь, упаковка. Наверное, любой девушке хочется в такой упаковочке красиво иметь, в золотистом оформлении. Есть свои плюсы и минусы, но если говорить о плюсах, очень хорошее качество исполнения самих материалов. Вот мне нравится именно, если говорить о пилочке, мне нравится. Но минус, наверное,
в чем увидела, это специальные такие вот, ну, как инструмент для кутикулы, поэтому он не совсем мне понравился. Здесь это индивидуально, кому как нравится. Кто-то любит обрезной, кто-то кусачком, поэтому это индивидуальные только особенности. Но в любом случае этот наборчик очень красивый и такой вот приятного текстуры, который для вас будет дополнение. Вот, так что идем дальше. Вот о каких продуктах еще бы хотела сказать. Это на 86-й страничке идут такие вот пробнички, новиночки, которые сейчас появились. Вы можете заказывать, то есть для того, чтобы попробовать понять, как эти продукты для вас будут. То есть вы можете уже индивидуально для себя использовать. Еще, конечно же, хочу сказать, пользуюсь такими тенями. Это 86-я страничка, то есть вот такие квадра. Если говорить использовать, что хочется сказать именно об этих тенях. Они, ну, я покупала их со скидкой с большой 50%, конечно же, для себя любимая заказывала, но это того стоит. Ну, как говорится, выбираешь по качеству. Что хочется сказать, здесь абсолютно классические оттенки, здесь есть представлен серый и сливовый, но вот могу сказать, что здесь есть вот сочетание двух оттенков матовых обычно, ну вот в палитрах, и двух оттенков таких, которые немножко с перламутром. Так вот, матовый очень красиво, богато смотрится. И почему именно на матовый обращаю внимание? Потому что если говорить об антивозрастном макияже, то всегда должны присутствовать матовые оттеночки. То есть это важно. У меня здесь коричневый представлен, но я скажу, что очень красиво смотрелся вот этот вот сливовый оттенок. Очень красиво, особенно на глазах, когда делаешь макияж. Поэтому если будете думать о том, какой себе подарок сделать, можете подумать об этом подарке. Вот по текстуре, ну вот бархатное нанесение, мягкое нанесение. Единственное, что могу сказать, что мне из минусов не совсем нравится наносить вот аппликатором, который уже представлен здесь, не совсем нравится. Больше нравится профессиональной кистью для теней наносить, то есть более мягкое и точное нанесение. Аппликатор, ну, здесь не совсем подходящий для нанесения, более так плотно берет, ну, то есть это индивидуально, если вам хочется точную такую какую-то тонкую линию нарисовать. Серию Novage я здесь буду пропускать, потому что у нас много есть каких-то обучающих школ, вы можете послушать. Здесь уже рекомендую вам открыть страничку 99. Тоже для вас, если думаете о подарке, какой же себе сделать, но это рекомендую для всех, для всех. Что могу сказать вот в пользу, почему вам стоит этот продукт купить? Во-первых, в отличие от тех, которые вы можете купить на рынке, качество. Здесь качество просто, ну вот, вау. Потому что когда ты покупаешь просто простой продукт, ну вот я такие видела, допустим, просто в магазинах, отличается абсолютно вот здесь вот щетинки, которые есть. То есть они, вот эти щетинки, на самый важный момент в этом продукте. Если говорить о них, то они будут соприкасаться с нашей кожей. Именно качество, которое заточки этих маленьких щетин, говорит о том, насколько вы можете пользу принести вашей коже. Сам аппарат, во-первых, на батареечках, ну, здесь снимаются батареечки, две скорости вот здесь вот есть. Как им пользоваться? Ну, в первую очередь, немножко промакиваете аппарат водичку, наносите чуть-чуть буквально средство, которое моющее для вашего, нравится, включаете вот здесь вот скорость, ну, вот он начинает вертеться, вот вы видите, вертеться, и вот вы таким образом начинаете, то есть, водить по вашей коже. Как это делать? То есть, в зависимости от того, как вы наносите, здесь вы используете, то есть, ровненько минутку он действует, вы больше не передержите, он сам выключится. Если вам нужно самим выключить, просто нажимаете. Так вот, буквально минуточку вы используете на различные участочки вашего лица, и он действует как мелкий легкий скрабик, абразивчик. Чем отличаются щетинки от тех, которых вы можете на рынке? Лазерная заточка. Очень мелкие, 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 мелкие. Вплоть до того, что вы можете этим вот как аппаратом пользоваться каждый день. И у вас получается очень хорошо очищает лицо. И то есть вы используете, смыли водичкой. То есть у вас на каждый день не будет необходимости пользоваться скрабом постоянно. И плюс еще к этому он зарекомендован как в
5 раз более эффективно очищает наше лицо. Вы можете сами провести эксперимент, нанести, ну вот я сейчас не тратила времени, полосочку карандашиком здесь помыть просто ручками и здесь с помощью аппарата. То есть увидите, насколько он быстро и эффективно очищает. Можете использовать просто как подарок кому-то продукт, который, ну не знаю, надолго хватает, один раз купили, только потом насадочки вам нужно будет менять, но в любом случае даже уже идет в комплекте 2 насадки. Можно пользоваться каждый день, подходит даже для тех людей, у которых кожа уже с возрастом стала более чувствительной. То есть я встречала тех людей, которые говорили, я не могу пользоваться скрабом, ну где-то после 40 лет. То есть у меня здесь близко расположены капиллярчики, не могу. Так вот с этим аппаратом вы сможете вот легкое отшелушивание делать, то есть очень удобно для вас и комфортно будет. Так, идем дальше. О каких продуктах хочется рассказать? Страничка 100. Страничка 100 – это мицеллярный лосьончик. Что здесь хочется сказать про этот продукт? В первую очередь, это продукт универсальный для всего. Очень много говорят о мицеллярной воде, то есть для новорожденных даже рекомендую, для маленьких деток. Так вот, здесь мицеллярный лосьон, хоть он и находится в серии, которая 40+, она идет и рекомендуется, но он абсолютно для любого возраста. И чем мне нравится? Это походный вариант, который вот для меня идет, если я где-то куда-то еду, и можно снимать косметику с области вокруг глаз, и можно полностью личико снимать, декоративную косметику. То есть это универсальный продукт абсолютно, он и очистит, и протонизирует вам. То есть это вот для всего. То есть если говорить вот здесь, вот даже само очищает, тонизирует, освежает. Обычно я не люблю продукты, которые все вместе делают, но это вот исключение из правил, которые я для себя допускаю. По самому миллилитрам здесь 200 миллилитров идет, достаточно много, вот видите, по объему, и его надолго хватает, ну, если вы, конечно же, будете пользоваться им, вот, как походный вариант, или просто для себя иногда, то есть это вот такое универсальное средство для всего, всем-всем рекомендую. Так, и 104-я страничка. Какие продукты еще для вас могу рекомендовать? Это серия Pure Skin. Ну, могу рассказать, поскольку сама пользовалась. Приятный запах, приятный аромат. Этой серии не рекомендую пользоваться постоянно. То есть это, как говорится, разовая серия. Вы подлечили немножечко кожу, потом отставляете, пользуетесь регулярно. Если говорить об этой серии, то вместе используем и очищение, и тоник. Обязательно должны быть два продукта вместе. Поэтому не случайно вот здесь вот эти продукты идут в паре. Если будете покупать по отдельности, выбросите деньги, лучше не покупайте. Поэтому если покупаем очищение, тоник. Как правильно ими пользоваться, этими продуктами? Очищение, ну то есть умываемся личико, то есть можете вместе с аппаратом умываться, можете по-другому. После того, как очистили, наносим на ватный диск тоник, протираем все участочки лица тоником. Это очень важно. Тоник всегда быстрее заканчивается, поэтому у меня один продукт пока остался. Гель обычно на дольше хватает. Ну, то есть здесь это индивидуально, то есть вы смотрите сами. Ну, по поводу вот этих двух продуктов, они должны быть в паре. И еще тоже такая рекомендация вам на 104 страничке, губка для очищения кожи. Вот такая вот, знаете, как губочка есть, она сама по себе, ну вот вы можете увидеть, она твердая. Но как только вы опустите ее в воду, она становится мягкой, она содержит целлюлозу. И вот эта губка будет вам спасением, когда вы будете снимать маски для лица. Вот это вот абсолютно для масок вот рекомендую. Потому что иногда есть такие маски, которые просто так личико умыть очень тяжело. Вот, например, если маски с глиной вы используете, если маски такие, которые застывают на коже. То есть вот эта маска, которая будет для вас спасением. А также можете просто использовать для очищения каждый день. Это будет, как говорится, второй вариант вот такого вот аппарата для очищения кожи. То есть вместо аппарата губочку используйте и все. Так, страничку дальше, которую вам хочу, ну, сказать для вас, это страничка 108, просто для вас такую вот пометочку. Если кто-то из вас пользуется серией для выравнивания, то она будет сниматься с производства, по количеству товара ограничено, обращайте ваше внимание, тоже заказывайте для себя.
Вот, про ароматы дальше идем. Ну вот, если хотите, могу немножечко про каждый аромат рассказать. А, вот этот аромат Giordani Gold, это классический аромат. Вот тем, кто нравится классика, насыщенный такой, знаете, деловой костюм одеть и вот аромат, то это для вас. Если кому нравятся такие, знаете, легкие, вот если вам хочется аромат, который бы звучал как аромат скошенной травы или таких, вы знаете, как зелени, лепесточков каких-то, вот, запах, то это аромат Emanation, который будет вам такое дополнение. Немножко сладости, немножко легкости в аромате Lovely Garden. Вот, тоже одновременно и сладкий, но он и не сладкий, легкий и не легкий, такой вот как индивидуально. Если кому-то нравятся такие вот, знаете, как ванильные сладкие, такие вот игривые ароматы, то аромат Miso, который идет с пульверизатором, тоже для вас. Так. И следующий продукт, о котором хочется сказать, это уже идет для мужчин, это как раз компания отдельно для нас такую вот секцию подготовила, каталог мы переворачиваем, и уже все для них, для мужчин 23 февраля. Новиночки я здесь пролистываю, мы потом о них с ними познакомимся. Хочу рассказать про вот этот вот универсальный продукт, абсолютно для всех и для всего, это туалетная водичка Экса, это Дима Билана. Чем мне нравится, во-первых, аромат? Он, мне кажется, всем подходит. Вот не зря он идет бестселлером, отлично идет на подарок, вот вы никогда не прогадаете, несмотря на то, что бренд Дима Билана, но в любом случае аромат того стоит. Вот это то, что нравится нашей семье, мужу, мне, то есть мы здесь во вкусах сошлись и выбираем. Конечно же, абсолютно для каждого рекомендую, находите пару, потому что идет дополнительная скидочка для тех, кто покупает, ну, то есть с кем-то за компанию. Поэтому, если вы для себя решили такой вот подарок мужу сделать, то обязательно с кем-то созванивайтесь, ищите себе компанию. Страничка 150, два аромата, очень таких экономных, я бы сказала, ну вот они идут, Citrus Tonic и Dark Woods. Что о них могу сказать? Если Citrus Tonic, они ароматизированы, вот оно свежесть, свежий аромат, то Dark Woods, я бы сказала мужчине, который в костюме уже 35-40 лет, ну такой вот насыщенный, кому нравятся тяжелые такие ароматы, немножко с классикой, то он такой амбровый, древесный. Тоже рекомендую Glacier наборчик, заказывайте для своих мужчин, экономная цена, просто спортивный аромат, такой вот универсальный абсолютно для всех и каждого. Вот, что еще о продуктах хочу сказать, ну, я больше говорить буду о тех, которые мне нравятся, немножко о каждом аромате, конечно же, могу сказать, но вот здесь я больше буду описывать, ну, свои ощущения. Мне очень нравится вот эта водичка, которая Giordani Gold Note, если будет правильно читать Note, вот, я не знаю, вот кажется, вот, знаете как, есть вот запах дорогого или вот элегантности, вот здесь вот запах роскоши, я бы сказала, и он такой вот, знаете, мужчину, как можно представить, одновременно вот в деловом костюме, такого, знаете, итальянский стиль, вот мачо, вот я не знаю, запах, когда слышишь, настолько нравится, настолько он приятный, вот поэтому, если говорить о, как есть разная одежда по ощущениям, вот точно так же есть и разные ароматы по своим ощущениям. Но если говорить о шариковых дезодорантах и о спреях, в основном всегда спросом пользуются спреи, поэтому здесь индивидуально выбирайте, кому что нравится. Еще всем рекомендую вот такой вот наборчик, очень, как говорится, экономно, но с другой стороны красиво, когда это в подарочной упаковке. Аромат достаточно экономный по цене, поэтому заказывайте, он отдельно идет для вас. И для самых маленьких тоже компания для вас позаботилась, то есть обращайте внимание. Вот это такой вот краткий экскурс по каталогу, но еще хочется для вас сделать экскурс по такому каталогу, как премьер клуба. Если у вас в прошлом каталоге было 100 баллов, то вы можете заказывать из этого каталога. Если нету, то звоните тому, у кого было, и делайте тоже, можете делать заказе. Вот, первая страничка. Маски для лица. 5 рублей 93 копейки по полной цене, для нас по дисконту еще дешевле. Чем мне нравится? Ну, в первую очередь, они хоть и маленькие, но, как говорится, все равно ухаживать за кожей дополнительно нужно. Поэтому здесь уже для вас такое разнообразное питание для вашей кожи будет.
Еще хочется сказать, добавить, конечно же, компания здесь представляет новиночки, поэтому индивидуально смотрите, можете заказывать. Я больше хочу остановиться на шестой страничке, вот такой вот как вспомогалочка абсолютно для всех. Если любая девушка, вам клиентка ваша говорит, что она косметикой не пользуется, то мне кажется, ну вот помадами и туалетными водичками пользуются абсолютно все. Что это за наборчик? Ну, в первую очередь, как он выглядит? Вот столько всего всякого разного. Компания делает комплектацию туалетных водичек. Ну, вот то есть здесь несколько, вот здесь вы можете увидеть наименование. То есть у меня около 70 пробников туалетных водичек, пробники помад. То есть вы все это можете для себя использовать. То есть пробники помад, пожалуйста, вы можете давать попробовать, потестировать. То есть просто приходя к своим клиентам, как говорится, возьмите, посмотрите, попробуйте. Уже хочется, знаете, как нам, девчонкам, хочется попробовать, посмотреть, потестировать, и уже что-то определяешь для себя с заказом. И, конечно же, цена, смотрите, если можно дешевле, можно, если вы только недавно зарегистрировались, для новых консультантов компания предлагает дешевле. Вот такие продукты, обратите внимание, компания Detox продаж, те продукты, которые скоро закончатся, вот такой разворотик, тоже обращайте внимание, на что хочется сделать акцент. Ну, в первую очередь, туалетные водички. Туалетная вода Solar, но у меня в упаковочке, покупала себе вторую, потому что одна уже закончилась, ароматик сладенький, вот знаете, легкий и сладкий одновременно. И цена, конечно же, смешная, по-моему, около 100 тысяч получается, то есть туалетная водичка, если кто-то хочет там, мужчин самый-самый экономный подарок для своей девушки сделать, то рекомендуйте к 14 февраля, ну почему бы и нет, а уже туалетная водичка есть в кармане. Вот, еще какой продукт хотела бы вам рассказать, вот такой вот гель, скраб для тела, пляжа Майами, 3,68 он стоит по цене, что мне нравится, ну в первую очередь вы его можете как использовать как гель для душа, то есть он хорошо пенится, но и плюс еще к этому вы можете использовать как скраб, то есть просто наносите на тело и он плюс к этому будет хорошо отшелушивать. Обычно этот скраб стоит около 5, где-то 6, может 60 тысяч, то есть очень большая достаточно скидка на него. То есть и так регулярная цена его 10,83, то есть 10 рублей он стоит. То есть это тоже важно, учитывайте. Вот, и что еще хочется сказать, вот здесь вот в каталоге идет туалетная водичка Mitsame. Вы сейчас, ну, то есть, кто давно пользуется косметикой Oriflame, знает, что туалетная водичка Mitsame много кому нравится. Это аромат цитрусов, аромат такой свежести. И по нашей дисконтной цене он идет 130 тысяч, ну, то есть 13 рублей. Это очень смешно. И поскольку он уже, который каталог идет в каталоге премьер-клуба, то есть, я предполагаю, что это будет продукт сниматься с производство, поэтому тоже учитывайте, важно, можете для себя заказывать. Еще вот такая вот секретик для вас, может кто-то не обращал внимания, вот такие вот кремики, маленькие кремики для рук и такие вот брошюрочки. Сам наборчик из 10 кремиков стоит 7 рублей 42 копейки. Ну вот смотрите, если, например, какой-то праздник, 8 марта, то есть вам очень будет удобно такие маленькие кремики, вам просто такой вот, или к 14 февраля, подарочки, дополнение, вот такой вот маленький спасибо, плюс этот крем получится один, вам будет стоить 74 копейки, то есть очень здорово для вас тоже дополнение хорошее будет. И я всем клиентам рекомендую приносить свои какие-то, как говорится, заказики в таких вот маленьких пакетиках, их можно заказать, очень просто, 67 копеек стоит 10 штучек, то есть это недорого, но в любом случае вашим клиентам будет приятно. Вот, ну как бы такой вот небольшой экскурс, вам большое спасибо, что были со мной, послушали, ну и конечно же, надеюсь, вам что-то для вас помогла. Тоже рекомендую, подписывайтесь на канал, точно так же слушайте, буду для вас что-то новое готовить. Спасибо, Елена Корзинок была для вас.